Быть человеком значит желать большего, чем простое существование. Надежда нам необходима не меньше, чем еда и убежище. Джессика Брудер из книги «Земля кочевников. Выжить в Америке 21 века». Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Хлоя Джао. Земля кочевников». И у нас в гостях кандидат экономических наук и автор канала «Простые числа» Олег Камолов. Привет, Олег. Добрый день. В 2020 году на экраны вышел американский драматический фильм «Земля кочевников», в основе сценария которого книга американской журналистки Джессики Брудер «Земля кочевников. Выжить в Америке 21 века». Впервые книга была опубликована в 2017-м, а практически сразу после выхода режиссер Хлоя Джао выкупила у автора права на экранизацию. По сюжету фильма Ферн, которую великолепно сыграла Фрэнсис Макдорманд, остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Выход для Ферн остается один – погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка. В 2021 году фильм получил 3 «Оскара» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» и «Лучший режиссер». Я, когда вышел этот фильм, очень много обсуждала его со своими коллегами по работе, кто работает в кино. И у нас был, знаешь, такой спор. Многие мне уверяли, что это фильм про свободных людей, которые постоянно путешествуют, им нужны новые эмоции. Ну и там действительно даже интервью участников, которые давали к этому фильму, актеров, не профессиональных, они рассказывали, что им действительно нравится такой свободный образ жизни, когда они постоянно с природой, они каждый день могут перемещаться в новые места и испытывать какие-то новые эмоции. Я увидела этот фильм больше как, знаешь, это такой экономически вынужденный, наверное, больше процесс, то, что мы видим в фильме. Как ты считаешь, как эта кочевая жизнь выглядит для тебя? Ну, там, наверное, есть и то, и другое. Но прежде чем перейти к сценарным и сюжетным особенностям этого фильма, ну, в первую очередь надо отметить, что этот фильм социальный. Не остро социальный, конечно, сюжет там достаточно спокойный, без каких-то острых приемов, которые заставили бы зрителя вообще пересмотреть свое отношение к окружающему миру. Но кое о чем задуматься он, конечно, заставляет. В первую очередь, я думаю, фильм был бы интересен и, самое главное, полезен тем, кто представляет Соединенные Штаты как такой цветущий оазис, как видит США по фотографиям с Манхэттена. Хотя на самом деле там полно социальных проблем, неравенство, бедность, социальная незащищенность. И фильм как раз вот про такого человека, который оказался в сложной жизненной ситуации и нашел для себя определенный выход из него, свой личный выход. И вот про такую вот личную историю, мне кажется, этот фильм и снят. Это, кстати, я бы скорее отнес к его недостаткам. Вообще любят американцы снимать кино про какой-то личный успех или личную проблему, при этом не акцентируя внимание, уводя внимание от общесоциальных проблем. Они там проскальзывают, конечно, но в качестве какого-то второстепенного фона. А основной акцент зрительского внимания приковывается к конкретному человеку, которому нужно сопереживать. Вот это его личная история. Вот. И поэтому особенно важно, смотря этот фильм, помнить о том экономическом контексте, в котором происходят эти события. А события — это совсем недавнего времени. По сути дела, это наша современность. Это время после мирового экономического кризиса. Я сначала думала, что это вообще 20-й год, а оказалось, что это 11-й год, правильно? Да, похоже. Но вот это роуд-муви, оно очень напоминает какие-то вещи, связанные с «Гроздьей гнева» или какие-нибудь другие фильмы, которые показывают нам последствия социально-экономических кризисов, как они бьют по простому человеку. Но, опять же, вот в большей степени показывается страдание или, наоборот, достижение конкретного персонажа, нежели чем те предпосылки, которые привели этого персонажа вот к такой судьбе. Ну, говорится в фильме в самых общих чертах о том, что женщина 60 лет, потерявшая работу из-за банкротства завода, на котором она долгое время проработала, причем такое очень характерное название города, Empire, ну, как бы вот крах империи, которая распалась вместе с деградацией промышленности. Мне кажется, тут некоторый символизм есть в этом, потому что все-таки это возвращает нас к предыдущим временам,
росту безработицы в Соединенных Штатах на фоне ее деиндустриализации, которая произошла в 70-80-е годы прошлого века после переноса производств в регионы с низкой оплатой труда. Многие промышленные предприятия в США пришли в запустение. Ну, известна катастрофа Детройта, который, в общем, из развитого промышленного центра превратился в весьма такой депрессивный регион. Ну, а здесь, в общем, поскольку мы продолжаем жить в ту же эпоху неолиберализма, ну, некоторые вот эхо тех событий продолжает выбрасывать людей из жизни на обочины. И там уже как-то люди копошатся и ищут каждый себе этот путь. Ну и этот путь героиня фильма выбрала в кочевой жизни, в фургончике, который позволяет обеспечить себя какими-то основными бытовыми удобствами, но при этом, конечно, жизнь очень скудная и скромная. И в целом важно заметить, что в 21 веке человек вынужден, ну, по сути дела, вот, жить жизнью какого-то средневекового кочевника, не имея доступа ни к социальным благам, ни к постоянной занятости, ни к социализации, ну, по крайней мере, постоянной какой-то. Поэтому все это фрагментарно, все это приходится искать на всяких остановках в своем пути. Нет никакой гарантии того, что человек не выпадет из социума и останется частью общества и не маргинализируется. Но при этом, поскольку таких людей много, формируются целые сообщества, которые начинают друг друга поддерживать, помогать в сложных жизненных ситуациях. Ну и фильм, несмотря на то, что там много актеров, много героев, которые, ну, казалось бы, создают какую-то массу разных историй, все равно это везде, мне показалось, индивидуальная история, везде личные проблемы, на которых автор фильма прекрасно акцентирует внимание с помощью разных художественных приемов, но все равно сохранилось какое-то впечатление какой-то фрагментарности. Объединяет их просто то, что каждый как-то по-своему, но пришел вот к этой общей кочевой жизни. А почему так случается, что в 21 веке люди вынуждены мыться как придется и питаются через день? Ну, это большой вопрос, который непременно требует тоже художественного осмысления, но пока, к сожалению, такое кино встречается очень редко. А мне еще интересно по поводу штампов. Ты сказала, и я когда готовилась к передаче, я пересмотрела как раз много документальных фильмов про то, в каких условиях живут многие американцы. Не, действительно, не в центре Нью-Йорка, например, а на окраинах и так далее. Там действительно очень много поселений, они живут в автобусах. И действительно у нас есть такой штамп, что если ты едешь в Америку, ты будешь жить богатые припеваючи. И есть, наверное, штамп по поводу пенсий. Там тоже эта тема поднимается очень сильно. Часто же говорят, особенно русские люди, любят рассуждать про то, что вот европейцы, американцы, в отличие от наших русских пенсионеров, могут себе позволить, выйдя на пенсию, там, путешествовать, уже делать все, что ты хочешь. И есть даже некий культ, знаешь, такого пенсионного возраста, что ты уже можешь заниматься чем ты захочешь, и у тебя достаточно накоплений за то время, пока ты проработал, и все у тебя прекрасно. Да, но этот штамп, он стереотип скорее, он больше свойственен странам Северной Европы, но это совсем не про Соединенные Штаты. США — это то государство, которое вовсе не отличается богатой социальной политикой. В целом там уровень и развития трудового законодательства, и социального обеспечения, ну, достаточно низок. Можно там привести пример из этого фильма, когда героиня не может выйти на пенсию, хотя ей предлагают сделать это досрочно, потому что пенсия настолько мала, что ей ни на что не хватит. То есть это будет невыгодная для нее сделка, несмотря на то, что она не тунеядка, она трудилась, и нам рассказывают про ее историю работы на заводе, она и продолжала бы трудиться, если бы это предприятие сохранилось. Вот. И также очень интересное явление, которое свойственно последним десятилетиям нового времени, это такая прекарная непостоянная занятость, формирование такого прекариата, ну вот как развитие пролетариата, ну то есть развитие со знаком минус. Все-таки пролетарий — это человек, наемный работник, но устойчиво занятый, работающий в коллективе, возможно, включенный в профсоюз, находящийся в некотором социуме, который его поддерживает, и коллективными действиями борющийся за свои права. А прекариат, вот прекарий, это человек, живущий сегодняшним днем, не имеющий устойчивой занятости, все время меняющий сферу своей деятельности. Мы видим, как героиня фильма то в Амазоне работает, раскладывает товары на полке, то там картошку какую-то собирает или свеклу. И вот эта сезонная работа, она сильно выбивает человека из такого нормального, спокойного, устойчивого, предсказуемого течения вещей. И в этом смысле человек, конечно, сильно теряет в своей
политической, скажем так, как бы субъектности. То есть, если человек живет только там, переездами из штата в штат и поисками работы, то фактически он исключен из всех демократических процессов. Он не может, ну, он не будет ни политически активным, он не будет ни избирать, ни быть избранным, не будет проявлять никаких гражданских инициатив. То есть вопрос выживания — это то, чем живет человек изо дня в день, ну и наслаждается природой. Это очень сильно нас возвращает в прежние времена, когда человек простой представлял собой совершенно бесправное и такое политически никчемное существо, жизнь которого определяют другие люди, не спрашивающие его мнения. И мы видим, как экономический кризис возвращает нас в те времена, из которых мы, казалось бы, ушли. И Соединенные Штаты, которые всему миру представляют собой образец демократии, ну, пытаются навязать, по крайней мере, такой образ, конечно, вот таким фильмом несколько теряют вот эту видимость примера развитой демократической страны, поскольку, опять же, бедность, неравенство — это то, что совсем не увязывается с демократией и с истинным народовластием. Вот тут может показаться, женщина свободна, никто ей не мешает поехать из одного штата в другой, она может где угодно остановиться, у нее есть там свой фургончик, вот вроде бы вот та самая свобода. Но свобода и демократия — это ведь совсем не одно и то же. Вот как-то я помнится на интервью у Дудя, по-моему, спрашивали Бэткомедиана на этот счет про Ельцина, который дал много свобод, и это, мол, привело нас к демократии. Но это большое политическое заблуждение. Мне тут возникает такая ассоциация. Вот вывела хозяйка козу на привязь в поле. Она может сделать ей веревочку подлиннее, а может покороче. В этом случае у козы будет больше свобод или меньше свобод. Она сможет дальше отходить от центра в своей привязи и, соответственно, может быть, разнообразить свой рацион какими-то травами и цветами. Но будет ли от этого коза хозяйкой своей жизни? Конечно, не будет. Поэтому свобода и демократия — это, ну, вещи взаимосвязанные, но это совсем не синонимы. И мы, вот, собственно, здесь видим, да, человек свободен, но он не хозяин своей жизни в полном смысле слова, потому что если она не найдет работу, ее вот эта приятная, романтическая такая кочевая жизнь очень быстро иссякнет вместе с истраченным бензином в ее баке ее автомобиля, который нечем будет заправить. Вот, поэтому вот эта жизнь, как на иголках, она, конечно, ну, очень, скажем так, сильно подрывает возможности человека к социализации и вообще борьбы за свои права. И самая главная проблема, что в России эти тенденции проявляют себя все более и более явно. Да, у нас так не напутешествуешься по северным территориям особенно. Это надо очень-очень утепленно иметь газель. Да и дороги у нас все-таки не как в Соединенных Штатах, там все это получше. Да, там с инфраструктурой все тоже плохо, но у нас по некоторым местам просто не проедешь никак. Поэтому у нас, конечно, такого кочевого образа жизни нет. Но непостоянная занятость, вообще вот такая жизнь сегодняшним днем, отсутствие накопления, отсутствие сбережения, отсутствие какого-то понимания, что с тобой произойдет завтра, это все явления, свойственные и нашему обществу тоже. Поэтому я бы рекомендовал этот фильм смотреть, в том числе через призму российских проблем. Ты мне сейчас говоришь, я понимаю, что это абсолютно похоже по смыслу на «Гроздья гнева», только в наши дни, да? Да, это «Гроздья гнева» 21 века. Ситуация вроде чуть поменялась, чуть более социально благополучной являются Соединенные Штаты в сравнении с 20-30-ми годами прошлого века, но по сути своей все то же самое. Социальное расслоение, отчуждение человека от общества, от результатов своего труда, неуверенность в завтрашнем дне, и все это, конечно, очень депрессивную картину рисует. А какой социальный статус у этих людей? Они же, у них нет, получается, прописки. Они живут в фургоне, а их можно так сказать, людей без места жительства или без постоянного? Вот это интересный вопрос. Я не специалист в праве Соединенных Штатов. Ну, судя по тому, что они могут спокойно путешествовать, им ничего за это, ну, как бы от государства никаких санкций они не получают, и могут оформить пенсию, как мы узнали из сюжета фильма. Ну, то есть возможность такая есть, есть возможность где-то остановиться, купить товары. То есть они не являются такими совершенно выброшенными из жизни людьми, не бомжами, скажем так, да. Не знаю, могут ли они участвовать в выборах, например? Вот это интересный вопрос. Вот, может быть, зрители наши в комментариях напишут, вот как, где будет голосовать такой человек, на каком участке, если он сегодня где-нибудь там в Нью-Йорке, а после там через какое-то время уже до Калифорнии добрался. Интересный вопрос, но, опять же, мне думается, что возможность, наверное, есть, но совсем не теми мыслями они живут. Каждый живет мыслью выживания. И это, опять же, снижает, как бы, и ограничивает кругозор человека только сугубо бытовыми вопросами, связанными с обеспечением жизни, с какого-то жизненного пространства элементарного.
Они еще там поднимают культ недвижимости, потому что тебе нужно обязательно купить какой-то свой уголок, квартиру, построить дом. И если у тебя этого нет, ты не считаешься там полноценным человеком, грубо говоря. И в России тоже есть этот культ. Да, но в России все-таки ситуация с недвижимостью получше. Благодаря советской власти и раздаче жилья гражданам все-таки у каждого хоть какой-то угол есть, ну, более-менее, там, хоть приватизированный, не приватизированный, хоть там какая-то комната в коммунальной квартире, хоть что-то. Ты серьезно хочешь сказать, что у нас положение жилищное лучше, чем... Да, чем в Соединенных Штатах лучше, серьезно? Да, совершенно точно. Потому что, ну, такого количества арендованного жилья, как в Соединенных Штатах, у нас, конечно, нет. Ну, просто хотя бы потому, что Советский Союз принципиально в этом плане отличался. Ну, вот та Кузькина мать, которая должны были показать американцам, это ведь не ракетный залп по Нью-Йорку. Это как раз, вот если говорить, что имел в виду Хрущев, говоря про Кузькину мать. Ну и вообще говоря, вот используя подобные выражения в переговорах с американцами, он имел в виду совершенно иную социально-экономическую модель, которая позволит обеспечить человека базовыми социальными благами безвозмездно, а к ним относится в том числе и жилье. И поэтому программа массового жилищного строительства в СССР была как раз нацелена на то, чтобы этот минимальный социальный уровень обеспечить. В Соединенных Штатах, конечно, ничего подобного никогда не было. И мы видим это по предпосылкам кризиса 2008 года, как раз вот можно еще чуть назад откатиться. Почему американцы вот так были охвачены этой эйфорией жилищного строительства в 2000-е годы, когда Джордж Буш-младший объявил о том, что он наконец исполнит американскую мечту. А что такое американская мечта? Ну, в первую очередь, иметь свой дом. Потому что все там по съемным квартирам, все боятся потерять работу, но это классический сюжет из любого американского сериала. Но вот Буш предлагал и, там, меры, которые обеспечат каждому американцу возможность взять дешевый кредит, также дешевые кредиты строительным компаниям, настроят много дешевых домов, все их купят в рассрочку, в кредит, в ипотеку и таким образом обеспечат себя жильем благодаря грамотной политике государства. Но привело это, как известно, к глубокому кризису, образованию пузырей на фондовых рынках и, в первую очередь, перепроизводству этого самого жилья, потому что, как известно, в рыночной системе ваша потребность на самом деле рынок не интересует. Рынок интересует ваш платежеспособный спрос. Если вот он есть, если вы можете заплатить за свою потребность, то тогда милости просим на рынок. Если у вас просто есть нужда, но нет денег, то, извините, вы в рынок не вписались. Вот поэтому такое количество людей, не имеющих возможности обеспечить себя жильем из-за потери работы, социальное жилье, оно на самом деле, ну, как в России, позволяет жить и там на пособие по безработице или даже на какие-то совершенно минимальные доходы, если вы арендуете жилье у государства, то оно обходится, ну, не очень дорого, прямо скажем. Вот, но в Соединенных Штатах такой системы нет, как, которая досталась нам по наследству от Советского Союза, и это формирует в том числе такую проблему, как массовая такая социальная деградация в значительной части общества, которая переходит в категорию вот таких вот лиц без определенного места жительства, не имеющих возможности заниматься самореализацией, а, в общем, посвящающих свою жизнь исключительно выживанию. А ты сказала сейчас про пособие по безработице. Это, мне кажется, очередной тоже стереотип, да, который рушится при просмотре этого фильма. Потому что все знают о том, что якобы в Америке есть пособие по безработице. Оно позволяет жить и не работать. И, как мы узнаем по рассказу, что поэтому многие американцы не хотят работать, потому что они живут на это пособие. Интересный вопрос. Но, опять же, стереотип скорее про Северную Европу, а у нас привыкли вот коллективный Запад рассматривать как нечто единое, что Европа западная, что Соединенные Штаты. Нет, конечно, в Соединенных Штатах с этим намного хуже, но все-таки пособие по безработице там выше, чем в России. В России, ну, просто совсем неприлично маленькое. У нас его практически нет, и выплачивается оно очень короткий срок. А мы видим, что, например, в условиях пандемии в Соединенных Штатах были проведены некоторые программы, которые были направлены на поддержку домохозяйств в условиях растущей безработицы. Ну, Соединенные Штаты могут это делать, есть возможность осуществлять безграничную эмиссию доллара. 9 триллионов долларов было выпущено Федеральной резервной системой на покрытие издержек коронакризиса. Из них какие-то деньги достались домохозяйствам. И, конечно, это позволило определенной части американских домохозяйств, ну, скажем так, более выборочно и более, скажем так, разборчиво подходить к вопросу выбора профессии и выбора занятости. И поэтому действительно сейчас в Соединенных Штатах наблюдается такая проблема, не только в США, а в других странах тоже, нехватка рабочей силы на фоне безработицы. То есть люди сидят без работы, но на работу не идут. По разным причинам, в том числе и потому, что вот эти выплаты позволяют, если не
вообще отказаться от трудоустройства, то, по крайней мере, дают человеку больше времени на выбор хорошего места работы. И на самом деле очень характерно, как в условиях кризиса, в условиях оттока мигрантов, на бесправном труде которых держится весь этот благополучный мир западного общества, наблюдается деградация целых отраслей западной экономики. Из целого ряда стран приходят такие сигналы. В Великобритании не хватает 100 тысяч водителей сейчас большегрузного транспорта, потому что это в основном мигранты из Европы. Brexit ограничил приток рабочей силы из Евросоюза в Великобританию. Также коронавирус, который привел к оттоку мигрантов из этой сферы. И в итоге целая отрасль простаивает без рабочей силы, и это тормозит выход европейской, в частности британской экономики из кризиса. В Соединенных Штатах то же самое. Какие-нибудь мексиканки, работавшие в домах престарелых и в детских садах, сегодня не могут это делать из-за пандемии и отсутствия нормального транспортного сообщения между странами. И это уже бьет по простым американцам самим, которые сами уже вынуждены уходить с работы, преимущественно это женщин касается, вот возраста так 30-35 лет, вот массовый отток рабочей силы этого возраста с американского рынка труда. Почему? Потому что это женщины, которые вынуждены заботиться о детях и пожилых родителях, и они не могут получить эти социальные услуги от государства, потому что в этих сферах работали преимущественно мигранты, ну а сегодня наблюдается их острый дефицит, и как следствие эта сфера становится недоступной для простого человека. Вот, так что, конечно, эти штампы, они сильно разбиваются о реальность и несколько отрезвляют взгляд наивного человека, который о Западе судит по, наверное, 60-м годам прошлого века. Вот тот Запад, который должен был догнать и перегнать Советский Союз. Но тот Запад был куда более прогрессивным, чем он есть сейчас, в том числе и потому, что он находился в конкуренции с Советским Союзом и был вынужден держать себя в тонусе и некоторым образом идти на уступки своему населению. После исчезновения этой угрозы, конечно, и прежняя социальная политика вот этого государства всеобщего благосостояния, которое имело место после войны, оно, конечно, стало постепенно уходить, и в том числе даже из стран Северной Европы, где социальная политика сегодня куда более скудная, чем была лет 50-60 назад. Слушай, ты мне сейчас рассказываешь, я такая думаю, странно, как они ему дали Оскар тогда после всего, что он, какие проблемы отражает? Я скажу, почему дали Оскар, потому что, опять же, это личная история. Это не то, что сподвигнет вас к активным социальным и политическим действиям. Но это не только личная история. Видишь, мы с тобой сейчас разбираем, и понятно становится, что это не один, не два человека, хотя это личная история. Но там показывается целое поселение этих кочевников, которые собираются вместе и живут без воды, без душа, без туалета, без всего. Ну вот именно поэтому мы обсуждаем это на канале, который посмотрит, там, может быть, несколько сотен тысяч человек, и Оскар нам за это не дадут. А дадут Оскар тем, кто какую-то яркую социальную картину обрисовал с правильной стороны, расставил правильные акценты. Ну, что значит правильные? Те, которые вполне в целом удовлетворяют интересам правящего класса. Потому что, опять же, вот если смотреть картину и не все время не возвращать себя к мысли о социально-экономических предпосылках этого, то начинаешь просто сопереживать всем участникам этого кино. Очень качественно снято, конечно, это и очень хорошая игра актеров. Многие актеры ведь играли сами себя. И, в общем, даже не актеры в полной мере, а просто рассказывали о своей жизни. Я заметил, как удачно в художественном смысле была поставлена работа оператора, как он концентрировал крупным кадром взгляд зрителя на конкретном человеке, который рассказывает вот свою историю, повествует историю своей жизни, для того, чтобы вот не отвлекаться ни на что постороннее. При этом такие крупные кадры менялись масштабными съемками очень живописных мест американской природы. И при этом, вот когда внимание концентрируется на конкретном человеке, начинаешь думать лично о нем, лично о его проблемах, о его переживаниях, сопоставлять это со своими, и отвлекаешься от вот тех самых вещей, о которых надо отдельно задумываться, которым себя нужно все время специально, сознательно возвращать. Ну и плюс ко всему много других интересных художественных приемов, которые, опять же, художественно очень хороши, но отвлекают вот от того, о чем я говорил. Работа со звуком мне тоже привлекла мое внимание. Если обратить вот внимание на звуковую дорожку, ну не знаю, какие тут правильно термины надо использовать. Сейчас меня, наверное, подписчики и Бэткомедиан засмеют за дилетантский подход. Но я вот заметил, как
и специально акцентировано внимание зрителя на том, как работает шуруповерт, как он вот жужжит во время какого-то действия, и никаких посторонних звуков нет. То есть четко воспринимаем ухом главное событие, происходящее перед глазами. Или, например, работает стиральная машинка, или шаркает вот ногами женщина, идущая по каньонам. И все это, опять же, заставляет сконцентрироваться на микроуровне этого фильма, то есть на личной истории, как мне показалось, и сопереживать, и сочувствовать, и следовать за жизнью героя, о котором сейчас рассказывают. И если специально не возвращать себя к социально-экономической тематике, то в итоге так и останешься вот на этом уровне. Прекрасном, хорошем, там, развивающем эмпатию у людей, но, тем не менее, уводящим от главных вопросов, фундаментальных вопросов. Как вообще такое возможно в 21 веке? Человек, оторванный от социума и живущий в условиях такого позднего средневековья. Ты начал говорить про актеров, что там многие рассказывали реальную историю своей жизни. Насколько я помню, там только актриса, которая играет главную роль, она профессиональная актриса, а все остальные участники, они действительно кочевники, действительно. Но меня, знаешь, больше всего поразило, мы немножко, конечно, тему свободы сейчас затронули с тобой, но меня поразило то, что брали интервью у участников не только фильма, но и у других кочевников и спрашивали, как этот фильм вообще, понравился им или нет. И они все с восторгом говорили, классный фильм, они настолько отражают нашу свободу, они настолько отражают какую-то нашу любовь к новым приключениям, они настолько точно передали там наше стремление и наш образ жизни. Для меня это, еще раз повторюсь, какая-то дикая, полнейшая, абсолютно дикий образ жизни, потому что правильно говорить, что они живут в средневековых условиях и без каких-либо условий. Даже когда ее снимают, Фёрн, в ее, значит, повозке этой маленькой, ты просто смотришь, и у тебя какая-то клаустрофобия у меня начиналась, потому что она настолько маленькая. Вот там практически ничего не умещается, и постоянно находиться в такой маленькой кибитке, ну, невозможно. Ну, самовнушение — великая вещь. Как еще удержаться в этом мире от стресса, от страданий, как только не убеждать себя в том, что в этом образе жизни есть какие-то преимущества перед остальными. Я когда читал разные рецензии на этот фильм, то как раз вот тоже встретил такое суждение, будто бы не надо сопереживать вот главной героине. Да, это вот мы не свободны, это мы привязаны кредитами, работой нелюбимой. К дому. Там, да, домом и всеми другими бытовыми делами. А вот попробуйте выйти из зоны комфорта и перейти к такому образу жизни. Ну, такое можно встретить и в России. Очень часто даже такой вот есть стереотип о там, людях без определенного места жительства, которые всегда сохраняют жизненный оптимизм. Да, у меня все отлично, там какой-нибудь бомж говорит, хотя на самом захочу деле... Захочу проснуться в этой подворотне, а завтра в другой. Да, это, опять же, одно дело личный выбор человека и то, как он себя находит в этой ситуации, как он находит объяснение и оправдание особенностям, так скажем, своей жизни, но другое дело, что всему обществу остальному на это наплевать. И это главная проблема. Потому и вынуждены люди изображать из себя, убеждать себя в том, что эта жизнь имеет в себе какие-то преимущества, потому что они никому не нужны. Всем глубоко наплевать на их судьбу, на их проблемы, и это глубокий индивидуализм, в котором пронизаны все западные общества, который пришел к нам вместе с рыночными преобразованиями, когда каждый сам за себя, когда каждый беспокоится только о своей жизни, о своем благе, когда вас не интересует то, что происходит за дверью вашей квартиры, и в этом случае человек предоставленный сам себе, ну или пытается объединиться с такими же, как он, или же просто, вот, как я говорил, занимается самовнушением, ну что, наверное, кому-то помогает, это неплохо, кто-то в религии ищет ответ на проблемы бытия, ну кто-то вот в таком образе жизни, но, конечно, это не решение, очевидно. Это скорее какая-то пилюля, которая просто облегчит страдания. Конструктивно в деконструкции с Олегом Камоловым. Несколько фактов о фильме. За исключением Фрэнсис Макдорманд и Дэвида Стретерна, большинство актеров фильма – настоящие кочевники и местные жители. Фрэнсис Макдорманд назвала фургон из фильма «авангардом». Она украсила его своими личными вещами и спала в нем во время съемок. Правда, в конце концов, она перестала это делать, потому что для нее было гораздо легче сыграть истощенного человека, чем быть такой на самом деле.
Фильм снимался в 7 штатах в течение 4 месяцев, в течение которых Фрэнсис Макдорманд выполняла разнообразную работу, характерную для людей, занимающихся кочевой деятельностью. Например, собирала свеклу и упаковывала заказы интернет-магазина. В штате Невада действительно есть городок Эмпайр. Его построила для своих рабочих компания Gypsum Corporation. В 2011 году компания закрыла градообразующее предприятие, шахту, и городу пришел конец. После закрытия шахты работникам компании и членам их семей дали 5 месяцев на то, чтобы освободить принадлежавшие компании дома. Многие из тех, кто снимался в этом фильме вместе с Фрэнсис Макдорманд, например, Боб Уэллс, понятия не имели о том, что работают с голливудской звездой. Боб не имел об этом ни малейшего представления до тех пор, пока не дошло до съемок эмоциональной сцены, в которой Ферн вспоминает умершего мужа, Бо. Впоследствии он сказал ей наедине, что прекрасно ее понимает и что все будет хорошо. Тогда Макдорманд сообщила ему, что ее мужа зовут Джоэл Коэн, и что он жив, и что сама она актриса. Уэллс был просто поражен. Я у тебя еще хотела спросить про Амазон. Там есть такой момент, где она работает в Амазоне и считает эту работу одной из самых таких удачных. Расскажи, почему эта работа, которая показана в фильме, она сезонная, потому что, мне кажется, упаковщики нужны круглый год. Ну, они нужны в разных объемах. И, например, под Новый год, очевидно, количество отправлений увеличивается к праздникам всякого рода. И поэтому спрос на рабочую силу в данном случае варьируется. Кстати, сейчас в Соединенных Штатах тот же Amazon и Walmart, и там десятки тысяч вакансий не могут закрыть, не могут найти работника на эту должность. Почему? Потому что все предыдущие десятилетия, все эти крупные западные корпорации, эти символы успеха, на которые многие у нас в России молятся и считают это образцом эффективной организации производства, ну, во многом развивались за счет использования дешевой рабочей силы, рабочей силы мигрантов. Ну и не только мигрантов, потому что то, что произошло в мире в последней четверти прошлого века, а именно насыщение мирового рынка рабочей силы дешевым трудом, дешевым предложением, это ведь повысило конкуренцию на рынке рабочей силы, и в итоге зарплаты перестали расти в самих Соединенных Штатах. То есть дешевый китаец, ну вот за своим бесплатным трудом, снизил зарплату и в Соединенных Штатах. И мы знаем, что многие десятилетия по целому ряду отраслей в Соединенных Штатах в реальном выражении зарплаты вообще не растут. Ну и по всем Соединенным Штатам зарплаты растут сильно медленнее роста производительности труда. И поскольку именно это было источником успеха и роста капитализации, и роста производительности западных компаний, то сегодня, очевидно, западный мир пришел к пониманию того, что дальше просто так жить невозможно. Ну, иными словами, просто сама логика экономического развития показывает, что делая ставку на дешевую рабочую силу, вы получаете какой-то сиюминутный быстрый эффект, повышаете рентабельность, и вроде бы как можно только порадоваться, как успешно менеджер сэкономил на дешевом работнике, но это провоцирует целый ряд долгосрочных социально-экономических последствий. Это и снижение потребительского спроса, ну, потому что если зарплаты низкие, кто будет покупать товары? Должны покупать товары люди, а если у них денег мало, ну какой выход? Это кредиты. В итоге получаем проблему закредитованности населения. А проблема закредитованности в конечном счете ведет к еще большему подрыву потребительского спроса, потому что товар, купленный в кредит, в конечном счете это товар, купленный с переплатой. И вы берете просто в долг у себя из будущего. А получите ли вы деньги эти в будущем, неизвестно. Снижается такая вот социальная устойчивость, социальная мобильность, снижаются возможности для человека для смены работы, для поиска себя в творческой деятельности. Это все подрывает стимулы к труду. И сегодня пандемия показала, что люди просто не готовы жить по-старому. Поскольку есть возможность хоть как-то выбрать работу при наличии какого-то пособия со стороны государства, вот эти синие воротнички, они тут же показали фигу крупным корпорациям, и сейчас там у Амазона или там у Уолмарта 150 тысяч вакансий не закрыто. И это очень интересный вопрос, как это вообще повлияет на развитие производственных отношений капитализма на ближайшие десятилетия. Можем ли мы сказать, что вот эта эпоха дешевого труда заканчивается? Потому что сегодня невозможно на такую зарплату найти людей. Люди не идут на работу,
Во-первых, из-за низкой зарплаты, во-вторых, из-за угрозы заразиться, в-третьих, из-за того, что им не на кого ставить детей и престарелых родителей, потому что социалка вся разваленная, ничего нет. Плюс ко всему, сама работа изнуряющая, неприятная и совершенно непривлекательная, мигрантов не хватает, а поэтому вот что делать? По идее, это должно создать какие-то благоприятные предпосылки к развитию экономики, должно, может, по крайней мере, создать условия для некоторого качественного скачка, когда корпорации, не имея возможности заполучить дешевую рабочую силу, будут вынуждены вкладываться в новые технологии и, значит, идти по пути замещения ручного труда машинным. Ведь на самом деле, что такое роботизация вот по такому, в контексте неолиберального понимания этого явления? Ну, то есть как шла там роботизация, как шло внедрение технологий в 80-е, 90-е, 2000-е годы? Это очень красивый образ, там, когда человек таскает коробку, а робот его, значит, погоняет палкой. И вот это и есть роботизация. На самом деле все технологии в конечном счете оказываются подчинены все более варварской, жестокой эксплуатации труда. И нужно посмотреть, как устроен Walmart. Это вот проблемы Форда, только возведенные в третью степень. Ну, известно там, что после фордовского конвейера люди там и с ума сходили, и, значит, сводили счеты с жизнью, и столько там тот же Чарли Чаплин снимал таких вот скетчей, если так можно выразиться, на эту тему. Ну а что такое? Зато, когда читаешь книгу про Форда, он там пишет: я знал каждого работника в лицо, я спрашивал, как его семья, я находил коннект с рабочими, они меня очень любили, поэтому мне хорошо был настроен бизнес. Да, но тем не менее это не отменяет весьма тяжелых условий работы на конвейерном производстве, а сегодня к этому конвейерному производству добавился еще и постоянный контроль, где за каждым человеком следит камера, где у него есть какой-то браслет, который отслеживает его движение. Не дай бог ты лишние 30 секунд остановился, чтобы отдышаться, сразу штраф, сразу всякие санкции, которые снижают и без того низкую зарплату. Но это видно даже и по России, там достаточно посмотреть, как какой-нибудь Макдональдс устроен. Все, по сути, на штрафах. А для того, чтобы эффективно контролировать работника и держать его на постоянном крючке, применяются вот эти самые новые технологии. Серьезно? Которые... Серьезно, люди так на заводе работают, их штрафуют? Ну везде, конечно. Но есть там система логистическая, там какой-нибудь just in time, ну, то есть срок. И, ну, это она, вообще говоря, изначально была-то очень прогрессивной, но, по сути, если, ну, каждый работник непременно должен выполнить свое действие в определенный срок, строго регламентированный. Если вы из этого срока выбиваетесь, то, ну, соответственно, никто вас по головке за это не погладит. А вся система построена так, что каждый должен делать какое-то действие, осуществлять вот ровно, не раньше и не позже положенного срока, чтобы система работала как часы. И вместо того, чтобы замещать человека машиной, чтобы не человек нес коробку руками, а это делал какой-нибудь автоматический погрузчик. Это основные инвестиции идут в отрасль IT, которая позволяет свести там все камеры на один экран и отслеживать поведение каждого работника и в автоматическом режиме зачислять ему штрафные очки, которые потом снизят его заработную плату и мотивируют к еще более интенсивному труду. То есть это интенсификация труда, это не повышение производительности, а просто патагонная система, но оформленная в красивую оболочку новых технологий с Илоном Маском на обложке. А какой смысл тогда работать, если тебе постоянно штрафы за все приходят? Ну как? Ну не работайте, наймут других, мигрантов много. Но это так думали до сегодняшнего дня. Оказалось, что все, время закончилось, лавочка это прикрылась. Но и нет работников. Но ты про это рассказываешь, это именно касаемо, ты сказал про Великобританию, ну, и Америку. Ну это вообще западный мир в целом, но в большей степени Соединенные Штаты, конечно. Где... А то, что касается Китая и Индии? Китай, Индия, там другая ситуация, там просто дешевая рабочая сила. Ну, я не знаю, вот прям как сегодня, в 2021 году, но лет 5 назад в Китае еще было много предприятий такого мануфактурного типа, где сидят там тысячи китайцев под крышей, даже без стен, и делают какие-нибудь там фонарики на каких-то таких примитивнейших, даже не скажем так, не машинах, а каких-то вот, ну, что ли, каких-то механических конструкциях, которые позволяют там ставить заклепки просто с применением физической силы и рычага. Вот что-то такое. И на этом китайская экономика, конечно, сильно поднялась. Ну, то есть не сама китайская экономика, а прибыли китайских корпораций. Но, по сути, это отражает тот же самый процесс, что и в западном мире, просто он менее изящный, менее, скажем так, менее благопристойно оформлен. То есть если в Китае это там и в Индии, и в Бангладеш, и в Лаосе, и в Вьетнаме это такая чисто патагонная система, где действительно люди от рассвета до заката вкалывают за 3 копейки, то в Соединенных Штатах это, ну, просто имеет более красивую оболочку, ну и действительно просто более культурные формы, где вечером после смены вам не, значит, нож под ребра не засунут. Но по сути своей это то же самое. Это одна и та же политика эксплуатации дешевого труда. Поэтому очень важно отметить, что
перенос производств в регионы с низкой оплатой труда в 80-е годы. Казалось бы, теперь вот американцы могут эксплуатировать китайцев. Но не так. Это только американский капитал эксплуатирует китайцев, покупая задарма произведенные ими товары. А простой американский рабочий пострадал-то тоже весьма сильно, поскольку его социально-экономическое положение ухудшилось из-за повышения конкуренции на рынке труда. Можно обратить внимание, как было подорвано профсоюзное движение после деиндустриализации Соединенных Штатов. До 70-х годов там, десятки, сотни забастовок в США происходили регулярно. Профсоюзы добивались значительных успехов в повышении заработных плат, в улучшении условий труда. Но как только предприятия стали закрываться, как ты тут будешь бастовать? Хозяин предприятия скажет, или закрывайте свою лавочку, или я просто переведу производство в Китай, будете вообще без работы сидеть. Ну и отсюда, конечно, пропорции в и классовой борьбе сильно сместились не в пользу простого трудящегося человека. Поэтому вот это, с одной стороны, дало резкий рост рентабельности западному капиталу, но с другой стороны, сформировало множество социально-экономических проблем, в первую очередь неравенство то самое. Достаточно посмотреть, как резко выросла доля активов, которыми обладают 10% богатейшего населения Соединенных Штатов, там два с лишним раза. Ну а 50% американцев сегодня имеют в своем распоряжении меньше 50%, сильно меньше активов. И тем самым этот такой, все говорят про русский крест, который вот у нас демографический, резкий спад рождаемости, рост смертности, а то есть еще и крест американский, который означает резкий рост доходов богатейшего населения и сокращение доходов беднейшего населения. Ну что, конечно, провоцирует социальные конфликты, и в том числе вот такие девиации в поведении людей, когда вместо того, чтобы растить детей и заниматься творческой работой, приносить пользу обществу, они вынуждены вот скитаться просто до тех пор, пока еще хватит жизненных сил и здоровья. Но это, получается, все приводит к тому, что среднего класса практически нет, да, есть только очень богатые люди, совершенно есть верно. Только очень бедные, которые мы видим в фильме. Совершенно верно. По поводу главной героини, она, значит, 20 лет работает на заводе, завод закрывается, и в связи с этим я тебя хотела узнать про города-призраки, которые пустели как раз из-за закрытия крупных предприятий. Какое сейчас в Америке количество таких городов? Ну, сколько их конкретно сказать не могу, не считал. Количество все время растет в связи с тем, что экономика продолжает находиться в прежней парадигме. Почему закрываются предприятия? Ну, главная причина — это, конечно, кризис, но вторая причина, собственно, на какой волне Трамп к власти пришел, это офшоринг, перевод производств в регионы с низкой оплатой труда. Если есть возможность снизить издержки за счет низкой зарплаты, то собственник это непременно сделает. И поэтому Трамп и поддержал простой рабочий, услышав в нем и увидев в нем ту надежду на решоринг, на реиндустриализацию Соединенных Штатов. И в этой связи можно даже сказать, что, ну, во-первых, конечно, Трамп не выполнил свое обещание и не смог решить эту проблему, хотя безработица при нем, конечно, снизилась. Но теперь ситуация с пандемией на самом деле подстегивает этот процесс. Логистика сильно страдает в условиях локдауна, в условиях плохо работающей транспортной системы, и это заставляет американские корпорации, европейские тоже, часть производства возвращать на территорию, собственно, вот Европы и США, поскольку уже не так очевидные, не так выгодные те самые преимущества, которые ранее были получены благодаря переносу производства в азиатский мир. Так что, возможно, мы стоим на пороге очень серьезных перемен в мировой экономике, которые сейчас, вероятно, формируют совершенно новую модель мирового капитализма, основанного на принципах, отличных от этапа неолиберального развития, то есть 70-го года по настоящее время. Вот. Как интересно в этой ситуации проявит себя Россия, ведь у нас тоже проблема эта очень значима, проблема моногородов, по сути дела, те же ghost towns, ну, они связаны с другой проблемой, но тоже в конечном счете весь вопрос лежит в области материального производства. Если деградирует материальное производство, если промышленность не создает новых рабочих мест, то, конечно, будут деградировать и регионы, и будут уезжать из них люди, пустеть деревни. И для России это вообще отдельная проблема, которая выражается в резком падении рождаемости и замещении коренного населения мигрантами. Если посмотреть на статистику Росстата, можно найти их прогнозы по демографии до 35 года. Там есть три сценария: такой позитивный, негативный и оптимистичный. Так вот, в самом лучшем сценарии численность населения России вырастет до 150 там, или до 160 миллионов к 35 году. Но даже в этом прекрасном светлом сценарии
численность коренного населения будет все время сокращаться. То есть это рост будет преимущественно за счет мигрантов. Я уж не говорю о негативном сценарии, где коренное население вообще перестанет размножаться. Нет, я не к тому, что здесь испытываю какие-то ксенофобские настроения. Это скорее просто говорит о том, что социальная политика у нас настолько плоха, что Россия вымирает и не способна поддерживать численность населения без заимствования рабочей силы и вообще, собственно, людей из еще более бедных регионов, где высокая рождаемость вызвана просто традиционным укладом жизни, что не способствует повышению производительности труда в нашей экономике и только будет стимулировать социальные конфликты и препятствовать росту производительности труда. А ты сейчас сказал про профсоюзы и то, что касаемо тенденции к тому, что города пустеют. Можно ли сказать, что это началось в 70-е с Детройта? Ну, в западном мире, да, преимущественно с того времени, потому что как раз вот 70-е, 80-е годы, кризис стагфляции, из которого западный мир вышел за счет вообще изменения модели ведения бизнеса. Если ранее это была модель, основанная на долгосрочном развитии корпораций, ну, такая революция менеджмента произошла в американской экономике еще в первой половине 20 века, где основная власть в корпорациях принадлежала менеджменту компании после отделения собственности от управления. Вот есть там много акционеров, а есть главный человек, топ-менеджер и его окружение, которые делают ставку на развитие предприятия в долгосрочной перспективе. Главная цель — это стратегическое развитие компании. Это инвестиции в повышение производительности труда, это диверсификация производств. Ну а в 70-е годы после стагфляции, после резкого падения нормы прибыли и отдачи от авансированного капитала, произошла вот так называемая контрреволюция акционеров. И модель бизнеса сильно изменилась. Приоритет в развитии американских, ну вообще всех западных компаний, американских в первую очередь, сменился с долгосрочного развития на сиюминутное извлечение прибыли. Перед менеджментом была поставлена задача прибыль любой ценой здесь и сейчас, любыми средствами, в том числе манипуляциями, там, курсовыми стоимостями акций, в том числе за счет обратного выкупа, когда там, до абсурда доходило, американские компании тратили на дивиденды и обратный выкуп акций, то есть когда компания покупает свои же акции для повышения их курсовой стоимости, чтобы увеличить активы акционеров, тратили на это больше 100% своей прибыли. То есть не только всю прибыль, но еще и заемные средства. Но это, собственно, и привело к финансиализации, к кризису 2008 года, ну, стало одной из причин. И лежит эта проблема как раз в области очень интересных теоретических закономерностей. Вот тот самый золотой век капитализма, который пришелся на послевоенное время, когда в Соединенных Штатах и в Европе падало неравенство, государство проводило богатую социальную политику, развивалась наука, освоение космоса, разные там достижения в области науки и техники совершались в то время. И именно в это время, именно в этих условиях отдача от капитала падала. В силу того, что чем производительнее является экономика, тем ниже там будет норма прибыли, поскольку источником прибыли является эксплуатация человеческого труда. А если вы используете мало труда и много технологий, и много машин, и вообще говоря, экономика у вас основывается на автоматизации, на снижение стоимости товара за счет сокращения рабочего времени на его производство, в этом случае инвестор получит значительно меньше от своих инвестиций, чем если он эксплуатирует большую массу покорных и очень дешевых работников. Поэтому, в общем, выход из проблемы падения нормы прибыли западный мир нашел в весьма таком варварском способе, просто, по сути дела, сделав шаг назад в вопросе социально-экономического развития. То есть это был откат, а не шаг вперед. Забыл тебя спросить по поводу пенсии. Каким образом в Америке люди могут выбрать, выходить им раньше времени на пенсию или нет? Я так понимаю, что у них пенсионный фонд и пенсионная реформа абсолютно по-другому работают, нежели в России. Да, конечно, есть разные пенсионные планы. В конечном счете государство значительно в меньшей степени вмешивается в этот процесс, чем в России. Но в России, по сути, все пенсии государственные. У нас негосударственных пенсионных фондов там раз-два я обчелся, и очень мало кто имеет с ними дело. В Соединенных Штатах, конечно, не так. Там достаточно богатая история финансового рынка, куда вкладывают деньги частные пенсионные фонды, ну и предлагают гражданам разные программы, которые позволяют в том числе выйти на пенсию досрочно, но на куда более скудных условиях. И вот мы как раз видим, как героиня, имея весьма скромный заработок, отказывается от пенсии, хотя и все это настойчиво предлагают, потому что это вот ранний выход на пенсию, ну, поскольку пенсия, по сути, страховой продукт, если вы там нарушаете некоторые условия совершения
приближение и наступление этого страхового случая, то в этой ситуации вы получаете куда худшие условия, чем те, которые могли бы получить. Ну, а куда уж худшие, мне кажется, они и так не оптимистичные. Да, там, по-моему, про $500 говорится, что у нее знакомая проработала всю жизнь, и у нее пенсия $500. Да, ну, очевидно, задумывается она о будущем своем, когда она не сможет уже так бодро перемещаться между штатами, менять одну работу на другую, и тогда уже пенсия очень сильно пригодится. Ну, хорошо, что хотя бы она есть. Все-таки это какой-никакой небольшой социальный прогресс в сравнении с 20-ми годами, когда гроздья гнева предполагали вообще полную оторванность государства от социальных потребностей общества. Отсутствие каких-либо механизмов защиты труда и социальной защиты населения. А получается, есть вариант вообще на пенсию не выходить? Ну, теоретически, да, это же никто не обязывает, это же страховой случай, как вы можете воспользоваться этой опцией, а можете нет. Нет, ну у нас просто определенный пенсионный возраст, когда человек получает пенсионное удостоверение, ему начинают... Ну, в этом смысле, но все-таки в России тоже совершенно не обязательно прекращать свою трудовую деятельность, если вы выходите на пенсию. Просто так часто бывает, что пожилого человека принуждают покинуть рабочее место для того, чтобы освободить дорогу молодым сотрудникам. Но в целом есть целый ряд отраслей, где рабочая сила сохраняет свою актуальность вплоть до самой смерти ее носителя. Ну, например, в науке, в образовании, в общем-то, мои коллеги работают в буквальном смысле до самой смерти часто, поскольку, ну, такая специфика отрасли. Так что, конечно, уходить на пенсию преждевременно не обязательно. Помимо кочевников, которых мы видим в фильме, еще знаю, что есть резервации, где живут индейцы, тоже в ужаснейших условиях, у них там проблемы с домами. Потом я видела большое количество провинций, где, как сказать, есть такие просто в полях огороженные территории, где стоят фургончики, и они там платят какую-то небольшую аренду в месяц, чтобы эти фургончики могли стоять на этой территории. И там, грубо говоря, тоже нет никаких условий для жизни, ни душа, ни воды нормальной. И в таких условиях тоже живет большое количество американцев. А скажи, это свойственно именно для провинций? И вообще в процентном соотношении какое количество людей живет в таких ужасных условиях? Ну, конечно, вот в таких описанных условиях живет, ну, далеко не каждый второй американец. Но, тем не менее, это явление достаточно массовое, и свойственно оно центральным регионам Соединенных Штатов в первую очередь. Центральные регионы, которые экономически весьма депрессивны и неинтересны для инвестиций. Поэтому местные жители вынуждены или мигрировать на западное или восточное побережье, ну, или искать свое счастье или несчастье вот в такой форме жизни, опять же, возвращающей нас в какие-то очень старые, совершенно дикие времена. Но, опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, проблема здесь не только экономическая, не столько экономическая, сколько социальная. Она показывает глубокую разобщенность современного общества, насквозь пронизанную духом индивидуализма, когда все это есть, многие знают о том, что это есть, но всем глубоко до лампочки. Каждый беспокоится исключительно о своей шкуре. И при этом, кстати, тоже прекрасно понимает, что случись, что... Вот, случись что со мной, вот там через неделю никто уже и не вспомнит обо мне, потому что информационное пространство будет заполнено какими-то новыми интересными фактами и событиями, которые очень быстро вымывают старые переживания из памяти человека. И это, конечно, очень плохо, поскольку вообще лишает нас возможности к какому-то коллективному действию, к развитию навыков общежития и совместного решения сложных проблем, которые перед человечеством встают. Ну а пандемия показала, что этих вызовов может быть все больше и больше. Эти вызовы действительно требуют от общества иной формы социальной организации. Индивидуализмом мы не справимся с пандемией. Здесь нужны коллективные, солидарные действия. Ну а как их можно реализовать вот в таких условиях? Поэтому, опять же, все от экономики, от неравенства мы получаем проблемы в социальной сфере и в политике. Слушай, ну мне кажется, у нас получился классный разбор. Я после этого разбора поняла ценность этого фильма еще больше, потому что изначально для меня он показался довольно скучным по сюжету. Спасибо тебе большое за такой хороший разбор. Пожалуйста. Было приятно побеседовать. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.